Фестиваль песчаных скульптур и замков вернулся на бельгийское побережье Северного моря. Целый парк сказочных фигур пляжа Остенда в эти дни собирает десятки желающих полюбоваться на изваяния. В их числе и наш собственный корреспондент Жанат Эрнст. 25 известных скульпторов со всей Европы создали здесь свои песчаные скульптуры. Для этого на бельгийский берег Северного моря было завезено более 6000 тонн специального песка. Знакомые детворе песчаные скульптуры из более чем 20 сказок расставлены здесь на площади более 5000 квадратных метров прямо под открытым небом. Фестиваль песчаных фигур на этом пляже в местечке Миддлкерки проводится уже третий раз. Вся история таких выставок насчитывает более 10 лет. Но это один из первых подобных парадов фигур из песка после пандемии коронавируса. В этом году тема фестиваля – сказки. Мы построили около 50 фигур из самых разных сказок. Русалочку, принцессу и лягушку, Золушку. Также у нас есть большой замок. Также из нововведений в этом году здесь ходят аниматоры в костюме сказочных персонажей. Это веселое и яркое представление, на которое можно посмотреть всей семьей. Новшеством фестиваля в этом году стало и наличие интерактивного аудиосопровождения, в котором рассказывается отдельная история о каждой скульптуре. Удивительно, что они смогли построить все это только из песка. Это очень круто. Аудио к каждому персонажу записывали известные комики. И здорово, что можно послушать историю всех этих героев сказок. Это отличное дополнение к фигурам. Это очень здорово показать детям. Им нравится, и они узнают все эти сказки. Все это очень мило. Здесь все хорошо сделано. Фигуры все впечатляющие. Все такое огромное. Меня очень впечатляет размер этих песчаных статуй. Мне понравилась здесь спящая красавица. Фестиваль песчаных скульптур будет доступен здесь до 10 сентября. Организаторы ожидают, что до этого времени выставку посетят более 100 тысяч туристов из разных стран мира. Жанна Терна, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Остенде.